В Карельском кадетском корпусе имени Александра Невского сегодня состоялся бал выпускников. 36 воспитанников образовательного учреждения получили аттестаты. В программе праздника по традиции танцы и поздравления. В этом году аттестаты об окончании кадетского корпуса получили два класса. Ребята обучались по специальностям морская и общевойсковая подготовка. Многие из них собираются связать свою жизнь с военным делом. Хочу поступить, вот я подал 3 заявления Министерства обороны, университета МВД в Санкт-Петербурге и ФСБ Голицына. Ну, вот. Сейчас вот решаюсь, в какой вуз поступить.